Был июль на исходе. Жара нестерпимая. Солнце недвижно стоит на чистом безоблачном небе и обливает землю раскаленными лучами. Тихо. Ни малейшего движения ветерка, освежающего душный воздух. Как заснувшие стоят запыленные деревья по обеим сторонам дороги. Ни один листок не шелохнется, и длинные густые тени деревьев, пересекая дорогу, лежат темными пятнами. Дорога ведет в село Флорово, принадлежащее моему знакомому помещику Семену Павловичу Арынину. Вот, наконец, показалось и село. На пригорке виднеется церковь. Вызлощенный крест ее горит на солнце ярким светом. Дальше видны поля, испечренные копнами скошенного хлеба. Из-за густых деревьев мелькнула крыша барского дома. Он окружен обширным старым садом, в котором растут столетние дубы, липы и множество различных фруктовых деревьев. С одной стороны сад омывает глубокое, причудливо извивающееся в своих берегах, покрытых местами мелким кустарником и камышом, речка. Я застал Семена Павловича, владельца дома и сада, сидящим в тени большого дерева. Тут же находилась и жена его, женщина лет 34-35, и три соседних помещика, также со своими семействами. Компания о чем-то горячо спорила. «Да все это выдумки», — говорил один из гостей. «Игра праздной фантазии. Бред». Я подошел к собеседникам, поздоровались. «Вот, батюшка», — обратился ко мне хозяин, — «мы ведем разговор о явлениях из загробного мира». «Петр Петрович», — указал он мне на одного из своих товарищей, — «положительно не верит таким явлениям. Скажите нам, пожалуйста, могут ли быть и бывают ли действительно явления умерших нам, живущим на земле?» «Такие явления, — сказал я, — отрицать нельзя, и нужно иметь большую дерзость, чтобы решиться на это. Много можно было бы привести случаев, где явления подтверждены вполне бесспорными доказательствами и, следовательно, должны быть приняты как факты, наглядно доказывающие истинность явлений из загробного мира. При этом я передал несколько случаев, о которых мне довелось прочитать, и, между прочим, о видении митрополиту Платону, то есть о случае, рассказанном самим владыкою». Побеседовал таким образом некоторое время, гости мало-помалу начали расходиться по саду. Мы с хозяином также отправились прогуляться по тенистым аллеям. «Со мною самим», – заговорил Семен Павлович, когда мы остались вдвоем, – «несколько лет назад был удивительный случай, о котором, кроме меня, до сего времени никто не знает. По смерти матери, отца своего я не помню, я сделался наследником богатого имения. Было мне тогда 24 года. Предоставленный самому себе, я повел самую безалаберную и разгульную жизнь. Постоянные кутежи с товарищами, игра в карты и прочее тому подобное были обыкновенным моим времяпрепровождением. Так прошли года два. О Боге, о церкви, о постах и помину не было. Хотя моя покойная матушка была глубокая христианка и строгая блюстительница уставов православной церкви, повиновение которой и меня старалась воспитать. Раз, часа в четыре пополудни, сижу я в своем кабинете, задумавшись над раскрытой книгой. А в доме, кроме меня и моего лакея, который находился от меня комнаты за две, никого не было. Вдруг тихо отворилась дверь в моей комнате. Я оглянулся и обомлел. На пороге стояла моя покойная мать и строго на меня смотрела. Потом она указала на икону Спасителя, висевшую у меня, трижды осенила меня крестным знамением и удалилась, мягко и часто ступая, как это она делала при жизни. Я хотел броситься за ней, но не мог сдвинуть ног с места. Хотел крикнуть, но и язык прилип к моей гортани. Только минут через пять я в состоянии был подняться и отыскать своего человека. «Иван», — сказал я, — «ты никого не видел?» «Никого. И ничего не слышал?» «Слышал», — сказал он, — «как будто шаги по направлению к вашему кабинету. Вероятно, кто-нибудь приходил к вам». «Да», — отвечал я, — «у меня был дорогой гость». И затем я прекратил всякие дальнейшие расспросы по этому предмету.
Явление моей матери глубоко поразило меня и заставило сильно задуматься о моем тогдашнем нравственном состоянии. И не будь этого явления, Бог знает, что было бы со мной. Быть может, я погиб бы в житейской тине, как погибли многие из моих прежних товарищей. «Да», – заключил свой рассказ Семен Павлович, – «дивны и непостижимы пути, которыми Отец Небесный влечет души и сердца грешников к покаянию и спасению». Источник. Кормчий, 1897 год, номер 36.